наслаждаясь беспечной жизнью матери двоих детей, легко заскучать. Чтобы не маяться от скуки, следует найти необременительное творческое хобби, которое немного заглушит вашу зевоту. Бесцельно слоняясь по дому в поисках того, чем бы себя занять, можно обнаружить крючок, пряжу и каплю свободного времени. 10 лет практики, интенсивный промоушен, немного крови, пота и бизнес готов.